Всем привет. Погрузил выхлоп, так, чтобы уж не говорили. Это 2,5 литра, оригинал хочу поставить. И по поводу чего, Видюшка. Все говорят, что нужно менять стойки на капотах. Вот мой капот прелестный, пережитый. Что он только не пережил, походу. Ну ладно, восстановим. Зазоры я вроде бы поймал, пошла проблема в том, что он не открывается сам. Ну, как бы достало, хочется, колется. Поменял я все вот эти тяги. Блять, они все рабочие. Дошло до того, что поменял еще крепление самих тяг, потому что капот вот эта сторона подпрыгивала, нежели та, то есть упиралась. Вот. Втулку восстановил. В этом месте самодельную выточил. То есть капот стал садиться ровно. Все равно не открывался. Прикол. Обалдеть, в чем был прикол. А прикол заключался вот в этой траверсе. Вот она торчит. Она просто ослабевает. И какие вы стойки не ставьте. Что только не делайте, не меняйте. Вот я поменял и эту сторону. А прикол заключается в том, что она должна стоять вот в этом месте, а я ее чуть-чуть поднатянул на кронштейн. И в конечном итоге сейчас капот начал и открываться, и закрываться как должен. То есть таким же мягким нажатием он и заезжает, и защелкивается. Все. Такие вот пироги. Так, на заметку.